Омская область, канал Бажениты. Всех приветствую. Сегодня мероприятие запланировано. Номер два. Значит, из жизни щенков. Первое мероприятие, я даже не знаю, стоит показывать или нет. Но потом подумаем. Если вы захотите, значит, я покажу. Первое мероприятие, это называется купирование щенков. Двух-трехдневного возраста. Сейчас прошло две недели. Сейчас другое мероприятие, тоже не менее важное. Как щенкам его нужно провести, так и кормящие суки. Подходи ближе, я буду пока показывать. Смысл такой, щенки подросли. Ну-ка, покажите. Щенки подросли, и у них, значит, выросли когти. Покажи. Ложись. У них выросли когти. И этими когтями они, значит, во время доения начинают царапать мать. Царапают ее настолько, что они могут расцарапать аж до молочной железы. Вот титьки вот они покусаны, это ладно, это зубами они их покусали. А мало того, что они царапают вот эту вот мягкую ткань у собаки. Что нужно делать? Значит, чтобы не пошла инфекция, потому что у собаки, значит, ее нужно обработать. Сейчас посмотрим, как она, конечно, реагировать будет. Ну, пока не поняла еще. Но еще не сильно. Ну, может, если не принять никаких мер, то они раздерут вымя очень сильно. Ага, скатывается. Это перекись водорода. Скатывается. О, вот что. Тут уже смотри, что он. Пролежни, что ли, появились у тебя? Сейчас почувствует, соскочит. Вон уже разодрали все. Ну, тети у тебя знатные. Сука похудела, конечно. Начали ее сосать сильно. Ладно, смысл понятен, что нужно обработать вымя. Не давать, значит, здесь развиться всяким этим болезнетворным бактериям. И содержать это все в нормальном гигиеническом состоянии. На, моя хорошая. На, заработала. На. Будешь булочку? На. Она мясо наелась. Ну. Потом. Сейчас мы тут с делами разберемся на улице, напоим всех. Будем заниматься щенками. Я покажу, значит, что мы приготовили, значит, сами коготки и что нужно обрезать. Ладно, попозже еще начну снимать. Вверх подними. Ты не отвислась. С ним все равно острый. Высыпает на ходу. Что-то нифига не вышло. Не выспишься никак. Вот.
Много что обрезала. Ну так смотри. Многовато обрезала. Да не, нам. Нет, никому не дам. Никому не дам, моя. Сразу делаем контрольное взвешивание. Моя, никому не дам тебя. Два месяца. Тихо. Два месяца. Стой. Ой, две недели возраст. Стой. 2800. Нормально, 3 килограмма нормально. Не работает. Это что такое? Что случилось? Что случилось? Что такое? Что случилось? Что случилось? Ножницы такие. Они рассчитаны на толстые когти. Не берут они тоненькие, маленькие. Вот если повыше берешь, то обрезает. Если низко, где тоненькие когти, они не берут. Потом еще раз. Так, посмотри уши сразу. Уши нормальные. Все зажило, все нормально. Так, сзади посмотри, сколько пальчиков на задних лапах. По 4. Хвост поджил. Не дергай. Давай мне весы поставь. Посвящу еще на это вешаем туда. Сюда. Какой же вес, да? На 100 грамм меньше. 2700? Да. Или 2750? 2700. Ладно. Следующий. Что ты втянул себе? Тихо. Что ты в них себя втянул-то? Язык не отрешил. Сзади сколько? Задние пальчики посмотри, сколько пальцев сзади.
коробку. По 4 пальчика нормально, да? Хвост в хвост. Зажил? Хвост. Вот тут нужно перекисью обработать немножко. Вон перекись сзади. Сейчас хвост посмотри. Ну ничего, обрабатывать, мать сама залежит. Сама все залежит. Уши посмотри. Ну эти получше уши обрезаны. Совсем маленькие, 2-300. Ну, 2-300. Вырастет не сразу. У этого, видишь, глаза открыты больше. Володя, посмотрел? Что хочу сказать? Вы с женой вместе посмотрите, подумайте. Если понравилось, приезжайте через неделю, полторы-две. Я вам продам одного щенка. Луки покрупнее. Ну, можно приехать, выбрать, посмотреть. Аккуратные. Понимаете, что такое животное домашнее. У вас они вырастут и будут нормальные собаки. Почему я вам тебе предлагаю? Потому что собака определяет статус. Статус хозяина. Или машину, вот и все. Чувствует себя крутыми, то у нас жизнь совсем другая. Горожанин держит кошку. Для чего? Чтобы она у него сухари из шкафа не воровала. А нам нужно по статусу совсем другое животное. Подумайте, определитесь. Если что, позвоните. Еще что хочу сказать. Сейчас я думаю, стоит ли не стоит показывать, как производилось купирование. Но я подумаю. Сделаю, может быть, вторую часть или отдельно. Для чего купирование производите? Именно для этой породы. И купирование нужно делать, значит, когда... Ну, одно дело договориться, а другое дело ассистировать во время вот этой вот операции. Я не первый год купирую, и каждый год после вот этого купирования выхожу. Держите собак этой породы, тоже лучше посмотреть, как это делается, купирование. И вести на купирование, либо самому ассистировать, либо просто отдать ветеляйте со щенками. Всем пока!